Почему я провожу свой марафон стройности и здоровья с эфирными маслами? Хочу дать сегодня ответ на этот вопрос, потому что очень многие не понимают, а зачем, собственно, в марафоне стройности и здоровья, когда речь идет о коррекции питания и об очищении организма, как я это обычно делаю на своих марафонах, зачем нам еще какие-то эфирные масла, с какого они там боку припеку, что они делают и как они помогают? Дело в том, что эфирные масла – это выжимка из целебных растений. И растения являются составной частью методов натуропатии, которые приходят на помощь человеку в решении его основных проблем. А основные проблемы на моем марафоне – это, как правило, две проблемы. Первая – это борьба с лишним весом, и второе – это борьба с какими-то хроническими заболеваниями. Так вот, эфирные масла – это сама природа, которая приходит на помощь человеку, который не хочет привлекать медицину к решению этих своих проблем. Вот в этом состоит суть помощников, коими являются эфирные масла из целебных растений. Речь, конечно же, идет об эфирных маслах высокого терапевтического класса. Вот на это нужно обратить внимание, потому что есть дешевые эфирные масла, которые продаются там за 50 рублей в аптеке. Это, конечно же, никакие не эфирные масла, это псевдомасла, это суррогатный продукт, но который можно использовать только, ну, не знаю, где-нибудь там, в каком-нибудь в туалете в общественном, просто чтобы немножко нейтрализовать воздух. Что же касается таких серьезных вещей, как здоровье и физическая форма человека, то здесь, конечно же, нужны чистые, натуральные эфирные масла терапевтического класса. И именно такие масла производит компания doTERRA. 5 лет назад, когда я только начинала проводить свои первые, самые первые робкие обучающие тренинги в области очищения организма, мы постоянно имели дело с осложнениями и интоксикациями, с интоксикациями и осложнениями. И это был до недавнего времени самый главный бич и самый главный камень преткновения в моей практике, из-за которого я все время испытывала большое сомнение и смущение по поводу того, стоит ли вообще проводить такие мероприятия. Но поскольку спрос на них всегда был и остается огромен, спрос на курсы очищения организма, на коррекцию питания, то я всегда понимала, что так или иначе такие мероприятия нужно проводить, но с очень большой осторожностью. И только после того, как я познакомилась с эфирными маслами в теории и на практике, на собственной практике, на опыте моих близких, на опыте потом в дальнейшем моих подопечных, я увидела, что на самом деле даже такие страшные, тяжелые проблемы, как интоксикация и обострение хронических заболеваний, решаются благодаря участию эфирных масел. Вот самый главный ответ на вопрос. То есть использование эфирных масел просто закрыло эти две огромные проблемы в практике оздоровления. Эти проблемы интоксикации и обострения хронических заболеваний. И закрыло их так плотно, что я больше не испытываю никаких смущений, сомнений или страхов, когда набираю людей на очередной марафон. Я очень плотно внедрила эфирные масла в свою практику. Я не собираюсь от них отказываться, потому что польза слишком велика, чтобы не замечать ее. Именно поэтому мой марафон я назвала бесплатным при условии регистрации в компании doTERRA по моей ссылке на базовый набор эфирных масел. Что значит бесплатный марафон? Это значит, что мне вы не платите ни одного рубля. Те, кто понял и осознал, в чем прелесть использования эфирных масел, они идут в марафон
с регистрацией в компании «Дотерра», они платят в «Дотерра», и они приобретают себе свой собственный набор из 10 масел, 11 масло в подарок, и при этом они получают от меня доступ к базе знаний, доступ к этому курсу, к марафону, доступ в командный, в групповой чат, где мы решаем все их вопросы. И этот марафон, заметьте, это впервые, что я объявляю, он бесконечный. То есть это будет вечно работающий чат и вечный доступ к материалам для того, чтобы человек время от времени мог возвращаться, пересматривать, задавать снова и снова какие-то вопросы, которые ему непонятны. И он всегда будет знать, что двери для него в этот мир здоровья открыты. Поэтому мой марафон я смело называю бесплатным. И пусть там кто-то меня упрекает, что вот, мол, назвала бесплатным, а нужно, оказывается, масла покупать. Еще раз подчеркиваю, масла я продаю вам не я. Вы их приобретаете себе лично в компании «Дотерра». Но, как я уже и написала на странице презентации, есть люди, которые, ну, не готовы по каким-то причинам купить сейчас этот базовый набор эфирных масел. Ну да, потому что он стоит недешево, но потому что чистые эфирные масла дешево никогда не могут стоить. Для таких людей, которые не могут себе позволить именно сейчас базовый набор эфирных масел, я предусмотрела платный вариант, но он очень льготный. Я объявила, что 2 дня я продаю его по самой низкой цене, ниже которой просто не бывает. Но я не могу продавать его бесконечно по низкой цене, поэтому каждые 2 дня цена будет подниматься. Вот почему важно успеть именно сегодня включиться в этот марафон по одному из 2 вариантов. Либо по очень низкой льготной цене, которая действует только сегодня, либо войти в марафон, не платя ничего лично мне, но приобретя вот эту бесценную, просто бесценную семейную аптечку, в которую входит 10 самых базовых, самых популярных эфирных масел, плюс 11 масло в подарок. И поскольку одна из основных задач тех, кто приходит в марафон, это снижение веса, то очень приятной новостью будет то, что в подарок к базовому набору эфирных масел идет эфирное масло, которое как раз помогает в снижении веса. И этот подарок, он очень дорогого стоит, потому что с ним снижение веса идет не только эффективно, но еще и очень комфортно, потому что все знают, кто снижает вес, что при снижении веса часто человек страдает от голода. Так вот, эфирное масло, которое идет в подарок к этому базовому набору, позволяет человеку не страдать от голода. Принимать его можно внутрь, как и многие масла терапевтического класса, ингаляционно, то есть вдыхать его, и получать удовольствие и результат. Это, наверное, то главное, к чему каждый человек стремится, да, получать результат, да еще и с удовольствием. Итак, резюмирую. Вы входите в марафон, который не имеет конца, который будет длиться бесконечно. Вы можете участвовать, можете выходить и снова заходить. Вы можете бесконечно долго задавать вопросы в чате. Вы можете всегда иметь доступ к закрытой группе с материалами, изучать эти материалы. Вас всегда ждет ответ на любой ваш вопрос в общем чате. И я думаю, что уже одно это, вот это условие бессрочности мероприятия, должно сподвигнуть вас на то, чтобы обязательно в нем принять участие. И лучше, конечно, с применением набора эфирных масел, потому что им уделяться на марафоне будет очень большое внимание. Он действительно бесплатный при условии выбора семейной аптечки, либо он частично платный, если вы сегодня выбираете
льготную цену и не ждете завтрашнего дня, когда цена поднимется в два раза. Это будет очень насыщенный и наполненный марафон, в котором мы будем заниматься коррекцией питания, очищением организма, будем делать специальные упражнения, которые помогают наладить пищеварение и работу выделительных систем. Будем заниматься оздоровительной практикой с помощью эфирных масел и будем использовать психологические настрои тоже с помощью эфирных масел. Я приглашаю вас в этот марафон и очень советую не тянуть, потому что когда вы начинаете работу вместе со всей группой, вам потом просто проще будет во всем разобраться, проще втянуться в работу и быть в курсе всех дел.